вы все взрослые. Но когда-то у нас с вами, у всех, был первый поцелуй. Только не в щечку, а так по-настоящему, когда ты теряешь сознание. Со мной это в 10 классе, драм-кружок, репетиция, ангел, первый. Какой там ангел был, если бы не пальчиками дотронуться? А тут на сцене, как же, все, мы должны играть свои роли, и потом они. И я не понял, что это к нам, а суфлер, он же в этой раковине, а он же не, он же, ну, шепотом, а он не только шепотом, а орет, да сколько же можно, прекращайте, а мы не соображаем. Как это перед? Первый, он первый, его нужно пережить. Идем. Вот если так и наконец-то. Перед тем, что-то услышать, да? Ну, так мы с вами устроились. Когда вы между собой и ведущего не слышите. Мало того, да вы еще и мешаете группе, понимаете? Поэтому я сразу прошу, кому интересно вдруг, вы знаете, сколько раз так по-английски, двое-трое вчера вот за этим столом сидели, спокойненько встали, по-английски на середине пошли, какие проблемы, а не к нам никаких претензий, нет никаких претензий. Кому неинтересно. Я вас прошу, не бубните. Это материал для покойного Михаила Задорнова. Заплатить денежку не то, чтобы нас послушать, а некоторую информацию фиг где-нибудь услышите, то, что я буду сейчас рассказывать, да? А вот за деньги поговорить между собой ничего не слышат. Ну это же можно бесплатно, там не ограничено. Нет, здесь интереснее. Не слышать, не бубните. Договорились. Дальше. И последний вопрос. Вам интересно, как дегустировать винодел или сразу приступаем к дегустации? Не-не-не-не, давай, друзья. Хорошо, тогда еще поистекайте 5-7 минут с рынками. Вы все, не знаю, были или нет, во дворе. Во дворе у нас башня с часами, вы видели, вторая башня без часов. Там, напротив. Так вот, вы, там, где без часов, там 4-5 этаж. Там по 80 человек садится на наши рабочие дегустационные залы. Там проходили все союзные, республиканские, пересекли до Крыма. Или когда сезон заканчивается, я в своей группе говорил, мы собираем наших всех виноделов южного берега Крыма и проводим дегустацию, а приглашаем не только виноделов этих хозяйств, но главного агронома и директора. Собираемся там. И если нашей женщине виноделу сказали, завтра ты должна быть на дегустации, она сегодня принимает душ в ванную и снимает всю себя романтическую отдушку. А утром, идя на дегустацию, даже немало воспользоваться губной помадой. Это сегодня, девушки, у вас губная помада нейтральная. А раньше с такой сумасшедшей отдушкой садиться так напротив, через пару минут ее отдушка начинала дышать. А она взяла бокал, послушали бокала. Кроме этой отдушки, уже ни аромата, ни букета поймать не могла. А мы виноделы как? Ну, когда мне первый раз сказали, Александр Иванович, завтра ты должен быть на дегустации. Вы же не отстанете, завтра будет причащаться, становиться виноделом. Ну, ничего ж не знаю, ты что, побрелся. Эту колончиком в душе, пришел там сердцеву. Через несколько минут главный винодел заходит. Кто здесь пришел, Вадим Калагер, выйдите к немедленно. Я думаю, ну, как грозно. Смотри, все на меня.